Приветики, мои дорогие, мои садоводы, огородники. Вот мои бархатцы. Вот часто спрашивают, как же все-таки бархатцы сеять? Черненьким к низу или беленьким? Вот самой семянкой. Видите, как он вылез? То есть черное — это семечко. Потому что некоторые задаются этим вопросом и просто ложат лёжа семечко. Так вот, из черного появляется росток. То есть черное — это у нас и есть семена. Иконочка.